Всем времени суток. Это второй босс инста Temple of the Jade Serpent. И мы видим его впервые. Графика подводит. Практически не вижу огня. Нам значительно проще первого. Не сказать, что первый сложный, но этот совсем уж никакой. Третий босс идет сразу после второго, никакого трэша между ними нет. Хотя есть версия, что на самом деле в релизе все будет несколько иначе, но на бете пока все именно так. У босса две основные способности, на которые нужно обращать внимание хилеру, и практически не нужно обращать внимание всей остальной группе. Первое — это дебаф, диспелящийся, который наносит АОЕ урон по всей пати, поэтому желательно вначале немножко расходиться и мгновенно его диспелить. Вторая способность, которую вы сейчас видите, это клоны. Если их вовремя не уничтожить, они взрываются и сносят всю группу. Желательно их просто сводить вместе и АОЕшить. Ну, у нас вот с АОЕ в этот раз получилось похуже. В целом они умирают достаточно быстро, и если хилер успевает быстро делать диспел, то босс не вызывает никаких проблем.
Первый босс вначале окружен непроницаемым щитом, который распадает после убийства некоторого количества адов. Он вызывает всякую нечисть из фонтанов. Нечисть после смерти превращается в трех слизней, те, в свою очередь, после смерти оставляют на полу лужи, в которых не нужно стоять. Также нельзя заходить в воду, поскольку при этом вы будете постоянно получать урон от магии тени. К слову, наш хилер остался за дверью, поскольку не успел вовремя загрузиться, а мы этого не заметили. Так что босса мы сейчас будем убивать без хила. После того, как щит спадает, босс начинает вертеться вокруг своей оси, как люркер в Серпеншайне. Только он делает это непрерывно, нужно постоянно бегать вокруг и постараться при этом наносить урон. Это пока не совсем понятный ивент в храме Интерной Змеи. С него никогда ничего не падает. И прошлые 5 раз он был совсем другим. Там появлялся какой-то пандарин с арбалетом. Ничего особенно интересного не происходило, лут не падал. Сейчас вылезли 2 неких существа, которых я еще не видел. И, собственно, вся группа не видела, поэтому вы будете видеть, как мы наносим урон сами по себе. К сожалению, с них тоже ничего не упало. Они кастуют щит неуязвимости, который к тому же отражает урон. Но мы всего этого не знали, поэтому наши главные дамагеры первое время очень сильно огребали. Собственно, я даже не знаю, что еще можно про них сказать.
Ничего больше не заметил. Это весь Yinz Temple of Jade Serpent. Лока пока показать не получится, потому что по какой-то причине примейды не создаются, по крайней мере у меня. И мне неизвестны русские, у которых бы они создавались. Может, такая географическая причина. Но я точно видел панду 85 уровня. Причем, по-моему, это был монах. Так что, может быть, лок еще все-таки будет. Пишите, что еще бы вы хотели увидеть. Подписывайтесь на канал на время обеда. До новых выпусков.